У GetX появилась новая краш-игра. 1000 рублей каждый час. 100 рублей за репост. 50% к депозиту. Забирай на GetX. Я скажу, благодарен судьбе, что я знаю, что такое друзья. Что? Нет. Ну вообще, сказал жестко, я полностью подписываюсь под твоими словами. Ну потому что, типа, я как будто вот до этого, может быть, и не знал, получается. Но единственное, что вот я прочувствовал самую первую хуйню, которую я прям вот очень сильно прочувствовал, это, наверное, вот Робчик, который вот всю дистанцию, вот всегда, типа, ну вот в любой момент я знаю, что этот пацан меня вот в любой хуйне, даже если я не прав будет, он мне скажет, ты не прав, ну типа, я с тобой. А потом вы вот появились, и для меня это типа, как будто я все, что, всю свою жизнь вот искал вот это. Короче, да, такой, поняли, переломный момент. Вот я не знаю, вот мне кажется, такой дружбы пиздец, как мало в жизни. Вот, типа, все, ну, друзья вообще в школе, по факту, вот. Вот вы сейчас, предположим, если где-то учитесь, да, и вам лет 15-16, у вас, возможно, есть прям лучшие друзья, с которыми вы думаете, что, ну, ебать, типа, ну, это, типа... Учительницы по-другому будут относиться дети, типа, более ее слушать будут. Бля, вот как-то... Вот то, что в твоей школе тебя, типа, как-то так знают, и, типа, да ну нахуй, он... Вот ты такая, блядь, приятно, пиздос. Дружба появляется со стабильностью. Бля, какая стабильность? Мы вначале, у нас вообще пиздец какой-то происходил. Да, 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 да. Это, может быть, сейчас мы более уже разобрались там с какими-то проблемами, там, пришли к чему-то, выслушали друг друга. Вначале мы вообще как будто... Да, вот эта дружба, которая между нами есть, это нихуя нелегко на самом деле. Это пиздец какой тернистый путь. Сколько моментов было, где мы там пиздец как там разговаривали, были моменты, когда уже все, типа, знаете, вот на шаге от какой-то хуйни, если бы мы не собирались, не включали адекватность и не начинали разговаривать друг с другом и выяснять все отношения и решать все вопросы, было бы очень хуёво. А мы вот через всю эту хуйню прошли, я уверен, один раз еще пройдем и все равно пройдем, потому что, типа... Что-то, да, главное сила находить, вот, чтобы закрыть эти вопросы, потому что иногда на эмоциях ты не можешь остановиться и, грубо говоря, прям до талого тащишь, а потом понимаешь в моменте, а зачем это нужно, типа. Это ж, ну, мы же друзья, нахуя, типа, это нужно. Факты. Это работа, пиздец, как дружба, как... Ты не хотела услышать мой голос в своих ушах, на моих братьев направлены камеры, это твой взгляд, yeah.